Там за контракт только деньги дадут. Ты долги мои раздай, самое главное. Эй, чувак, ты давай первый не морозь. Ты, блядь, знаешь, сколько я 200 сука, положил в КамАЗ? А я не понимаю, куда я пришел, в какую страну я пришел. Они же все наши братья бывшие. Они же люди, они же на русском говорят. Нахуя это все, я понять не могу. У нас старшина пидорас ебаный, он, сука, отказался ехать, а у него целый КамАЗ сухпаев. Мы сухпай на 10 человек едили, блядь. Один сухпай. Мы ели по ложке. Слышишь? Слышу. Блять, сука, и вот так всю ночь, весь день, нахуй. Так ты хотел туда, на войну, вот и поехал. Бля, вообще не высыпаешься, нахуй. Просто, как говорят, вот командир полка нашего, типа, он ему похуй, типа, на солдат. Ему, типа, главное, чтобы они взяли, мы взяли вот этот город, вот эту хуйню, что-то там, ну, что пытаются. Вот, и все. Ему, чтоб ему было выгода, типа, чтоб ему был плюс, может, медаль какая-то или звание. Да, губы ему не закатать, вот пусть сам идет. Первый. Все настолько вкусное, нахуй, ебать. Тут вот мороженка угощали. Ебать, она такая охуенная, нахуй. Мы проезжали... Местные угощали? Да нет, вон пацаны, кто в магазины хлопали. Пили мороженое, охуенно. Сок пили, вообще, блядь, охуенный сок, ебать. И стоит там что-то 13 или 15 гривен. То есть это в районе 30-40 рублей, нахуй, литр сока. Бля, ну там реально пизда, нахуй, чё, бля, все таскаешь. Ноутбуки, телевизоры, блядь, хат, нахуй. Все абсолютно, вообще все выносит, короче, дебилы и базы. Куда это они дюют? А? Куда они это складывают? Ну, в машины. Что, блядь, груза мало, что ли? Даже, блядь, нахуй, колеса, там экстрейл стоял новый, блядь, даже без имел. Даже колеса с него сняли, ебано. У меня квартира целая в кармане лежит. Да, Зай, мне плевать на этих денег. Я хочу тебя уже увидеть. Короче, зашли в квартиру, в дом. Блядь. Миша, они открыли сейф, ключом. Угу. Вот, на общую сумму мы посчитали где-то 5-10. Саш, тебе влетит за это. Да похер вообще, Зай. Да, кто узнает, знаем только я и он. Успокойся, главное до дома довести их спокойно и все. И обвинять. А что там у вас? Пепси. Колы больше той нету, Асуса больше нету, Макдональдс нет? Больше... Ну, Асус закрылся, все магазины закрылись, Маки закрываются, все закрывается. Ну, молодец, молодцы, начали войну, молодцы. Просто все, Зара, Бершки, все закрылось, просто все магазины такие вот, которые американские, и ЕС все запретил, типа. Курица есть, корова есть, все хуйню, нахуй, жарим, хули парим. Дома, нахуй, блядь, ну, стоим в деревне, просто деревню держим, нахуй, дорогу, нахуй. Блинчики даже вчера жарили, нахуй, блядь. Вон, курятина, нахуй, у нас несется, блядь, кормим, нахуй, перепелки есть, корову, нахуй, привели, блядь, ёпки, даже подоели, блядь, ёпка. Вон, три бидона, нахуй, брашки, вон, вчера нашли, блядь. До этого, нахуй, было там сколько литров, нахуй, 25, наверное, этого самогона, блядь, нашли, хуярим, нахуй, как бешеные, нахуй. Потому что иначе, блядь, я хуй его, я бы с мало не сошел бы без водки, нахуй. У меня тут новости хорошие. Какие? Нашли немецкую хату, нахуй. Я сейчас заебался, а тут золото нести, нахуй. Дай бог, я привезу, нахуй. 1 400 000, нахуй. Духи какие-то здесь нашел, блядь, вкусные, нахуй, пиздец. Это же женские, мужские. Да хуй его знает. Воняют и воняют, нахуй. Ну, хоть не потом, ебать, да. Нахуй. Я себе сегодня сходила, купила. Да. Я на халяву беру, нахуй. Все бери. Ну, мы сейчас хату тут сожгем, нахуй. Дома грабим, ебаный в рот, чтобы пожрать, блядь. Не сигарет, нихуя, чай курим, нахуй. Ебаный свет, блядь. Это пиздец просто. Это просто пизда. Ты че, пьяный, что ли, или че? Немножко, да, сегодня выпил. Да я заебался, кстати, я страшно. Я боюсь, пиздец, я заебался. Вообще нихуя нету, все, все магазины ограбили. Мы с Владом сегодня все на мопед спиздили, проехали на магазин, набрали синьки, ебали хоть, пожрали, вчера дома ограбили, курицы замариновали, поели, ебаный в рот. Мы сейчас в дом зашли один, вроде такой бедненький дом, а там ебать коробки от айфона, пиздец, там бэнк, ебать, люди живут. Значит, по кайфу лежит. Айпад себе нашел. Я, скорее всего, останусь.
Ты лично, по личной инициативе или... Да, я сам. Ну, пока есть возможность заработать нормально. Буду зарабатывать. Говори. У меня дофигища серебра нового. Так. Что так. мне с ним делать? Оставлять или не собирать? Ну, новое, если только. Я не знаю, как вы будете проходить. У вас будет какой-то досмотр или что? Нет. Смотри, не чтобы мародерского не приписали. Ну, тогда попробуй сохранить и привезти. Но есть пару цепур, которые нашел в хате. Ну, посмотрим. Если что, я зачищу, если это посчитаешь нужным привезти. Я умею с металлом работать. Чувак, телефон мой здесь. Ну, смотри, говорит, я приехал на танке, говорит, во двор. Я говорю, ну, ты зашел в дом, вынес нахуй, да я, говорит, всех перестрелял. Выехал, говорит, нахуй, изнасиловал, говорит, похавал, попил, говорит, и все. И, говорит, мне это медальку, говорит, дают. Я надеюсь, ты там, нахуй, никого не насилуешь, иначе я тебя, нахуй, убью вообще, понятно? Это, говорит, да вообще охуенная тема. Я, говорит, всю жизнь, говорит, буду воевать. Слух такой, ну не слух, это в открытую уже говорят, что ваши там командиры, блядь, PlayStation напиздили, блядь, шампанское, да, водку, да, блядь. Да. И то, что они вообще куда-то упиздили, их давно уже не видели. Они, да, они сами по себе тут, нахуй, передвигаются. Они там трофеи, наверное, в Киеве, да, собрались, блядь, пиздить? Что туда, ну, видимо, да, конечно, у всех свои, понимаю, здесь мотивы. Чисто бабки и чё бы спиздить было. Сейчас связь наладили, устанавливаем полный осмотр, забираем, нахуй, телефон и всю хуйню. Наши пацаны, ебать, с 13-ми ходят, короче, мутим потихоньку. Дайте, сходили тут, нахуй, кое-что вскрыли. Ну ладно. Мясо нашли, нахуй, пожарили. Угу. Коньяк здесь пил за 7 000, нахуй. Ну чего ты там? У нас у одного днюха здесь хули. Ходили маленько по мародерничали, блядь. Нихуя надо. Не маленько, а по полной, блядь. И Кай, связь так вообще. Алло. Да, слышу, сын. А ты не можешь у кого-нибудь из местных забрать телефон и звонить мне каждый день, нет?